Он уже на месте? Так быстро? Привет! Что расскажешь о себе? Да недавно побил рекорд. Бухал месяц, не просыхая. Также довольно продолжительное время находился на учете. Куда это ты смотришь? А у тебя много друзей? Недавно друг приезжал ко мне в деревню, ночевал, к сожалению, на помойке. Но я отношусь к нему как к собственному сыну. Хочешь что-нибудь купить? Так хватит только на спички! Так мы будем поджигать нефоров. Тут как-то холодно. Может, куда-нибудь пойдем? Погнали в землянку! Примем алкогольные напитки! Что? Сам вырыл, я люблю тебя с своими друзьями. Мы так долго его копали. Какую землянку? Да хорошо, мам, я буду аккуратен с девочками. Что это за ужасная музыка у тебя на звонке? Это мой рэпчик. А сколько у тебя было отношений? Если так посмотреть, у меня бы сейчас 50 детей было. Я, кстати, девственности в 12 лишился. А в какой песне ты бы сказал, что поется про тебя? Вообще, отель-кооператор. Что это? Да ничего. Я не понимаю, зачем ты вчера гуляла с моей лучшей подругой? Она мне понравилась. Как друг? Луна сегодня красивая. Но мы знакомы 30 минут. Уже поздно, мне домой пора. А можешь меня, пожалуйста, до подъезда проводить? Да я сам хотел предложить. Я не готов к такому серьезному шагу.